светает, а мы в лесу. Видите, вон там вот заря поднимается. Значит, солнышко, вероятно, будет. Вероятно, будет солнышко. А мы идем на рыбалку. С утра солнышко вот это было, потом пасмурно целый день. Вот здравствуйте, рыбаки и рыбачки. Мы снова на речке. И что-то у меня сегодня не фартит. Вот такие дела. Поймал я одну плотву. Всего-навсего поставил ее на жерлицу. Вон на щуку. Тут у меня вчера щука брала. Вот. Обрыв вчера был. Вчера было, а сегодня нет. Короче говоря, ничего. Вон тут специалист Витя. Ловил сегодня на середине. И сейчас вот он пробует под камышом поймать камышового окуня. Я покажу, что он поймал. Вот такие пироги. Все, собираемся. Собираемся. Да, смотрите, вот так вот. Я ничего практически не поймал одного окуня. А вот мой старый корефан Витя. Смотрите, он на глубине ловил. И класс, поймал. Значит, рыба ловится, нужно уметь ловить. Значит, я не умею ловить. И вон товарищ, вот тот, который сидит у берега, поймал щучку на мормышку. Такую кило полтора, да? Да ну, пивкила. Пивкила? А, чтобы мне послышалось полтора. Да, а ну, то пивкила. Но пивкила это тоже результат. Ну, Витя молодец. Такая хорошая, такая грамм 300. Смотрите, красавица. 350, может быть, даже. Взвесит надо. Смотрите, вон чешуя какая, как у карпа. Вот эта рыба водится. Не определился я сегодня. Надо было идти в середину пробовать. Ай-яй-яй. Но ничего. Ай-яй-яй. Ничего. Процесс познания бесконечен, так как бесконечна материя. Век живи, век учись, и дураком умрешь. Ну, покажите вашу щуку, сейчас, покажите. Сейчас. Давайте, время бежит, бежит время, время, деньги. Бегом показывайте, что вы там поймали. Вот тут самого берега. А я там жерлицу поставил. Правда, крупный жилец. И ничего. Да немає півкіла, наверное. Где? Так, таких, конечно, щучек. Вот мы выпускаем, но это все равно у вас результат какой-то. О, а это, видите, покусанное кем-то. Видите, вот, что-то она луска с нее слезла. Да нет, а что это? А, это вы наступили. Ну о, вот, видите. Это плотва, конечно. Вот это плотва, вот это плотва. Смотри, плотва больше щуки. Смотри, смотри, вот, кладем. Конечно, рыбу, результат. И по весу, и по красоте, смотрите. Вот, вот это плотва. О, ну, вот дело такой, мастера боится. Такой ветер. Все, молодцы. Вот здесь же вчера у меня такие поклевки были классные. Вот я выставил здесь прикормленное место. Вот и тут клевало, и тут клевало, обрывало все. А сегодня ничего. Одна плотва. И поставил вот здесь щука у меня брала вчера на мормышку. А сейчас ничего. Ладненько, ладненько. Мы что-то придумаем. Вот это мой живец на жерлице был, смотрите. Красавец. Щука не позарилась. А хороший такой живец. Смотрите. Живой еще. Вот. Ах, какой красавец. Хорошая щука должна была взять. А не взяла. Не захотела она такого живца. Щука живца не захотела. Красивая. Живец. Вот моя жерлица. Все. Какой мы делаем вывод из предстоящей, из прошедшей рыбалки, извиняюсь. То, что рыба все-таки есть, и все-таки она клюет. Нужно уметь найти к ней подход. Кто сумел, тот поймал. Кто не сумел, тот не поймал. Поэтому часто бывает, с одного водоема идут, один говорит, клюет рыба,
троилиц клюва нет совсем. Так что такие пироги. Вот я сегодня готов сказать, что клюва нет совсем. Видите, а люди поймали. Так что век живи, век учись. Спасибо за внимание. До встречи.